В пятницу 5 июля глава городского округа посетил строительную площадку на улице Барышникова, где проверил процесс благоустройства территории и внутренней отделки квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Сюжет Светланы Волчковой. В скором времени планируется произвести переселение первых жителей аварийного жилья. Дома уже построены, и в настоящее время в них ведутся внутренние отделочные работы. С целью контроля за качеством выполняемых работ глава городского округа Орехово Зуево посетил стройплощадку. Олег Валерьевич уже не раз посещал стройку на улице Барышникова в рамках своих рабочих поездок, делал замечания и контролировал процесс их выполнения. На примере двух полностью готовых квартир глава Орехово Зуево оценил будущие жилищные условия переселенцев. В отделке квартир соблюдены современные стандарты и технологии, установлены пластиковые окна и батареи центрального отопления. Пол по всей квартире застелен ламинатом. На кухне плиткой выложен фартук и установлена мойка. Ванная комната и санузел оснащены сантехникой. Внутри каждой квартиры установлены считывающие устройства потребляемых ресурсов. Несмотря на то, что день был довольно жарким, все присутствующие отметили приятные чувства прохлады внутри помещений. Сделали экспертизу, относится к классу А. Это полностью соответствует нормам, которые будут в 2020 году. И при том это не несет больших затрат. Директор Орехово-Зуевской ПДСК дал обещание в течение недели завершить внутридворовое благоустройство и приступить к асфальтированию дорог и установке контейнерных площадок.